Сегодня мы с вами будем делать красивые яблочки и держать овал лица на месте. Привет от Татьяны, 47 лет. Мастер-класс по тому, как накачать яблочки. Для чего мы их подкачиваем? Для того, чтобы каркас мышечный держал ткани на место, чтобы не стекало все вниз. А вы знаете наверняка, что косметологи сюда подкалывают филлеры. Для чего они это делают? Для того, чтобы убрать носогубку и приподнять личико. А с какими мышцами мы работаем? На данном упражнении нам нужна большая скуловая. Вот она. Большая скуловая. Здесь частично затрагивается малая скуловая, но, честно говоря, незначительно. Она немножко в других выражениях лица участвует. А нам надо с вами отработать улыбку. Улыбка у нас как будто бы за ниточки вас потянули и идет сюда, к ушам, к верхней части. Как сделать это упражнение? Итак, давайте сначала попробуем с вами просто улыбнуться. Куда идут уголки ваших губ? Идут ли они сюда, к вискам? Или они уже идут вниз? У нас есть мышцы-элеваторы, которые с возрастом атрофируются и становятся как тряпочка. Не работают. И есть мышцы-депрессоры, которые тянут вот так вот лицо вниз, вкупе с платизмой. И даже когда я вела групповые занятия для девушек после 60 лет, многих я просила улыбнуться, и многие улыбались исключительно так. Потому что это мышцы-антагонисты. Перенапряженная нижняя часть, перенапряженная шейка выключает мышцы-элеваторы. А как их включить? Ну, конечно же, в течение жизни старайтесь больше улыбаться и следите, чтобы уголки шли наверх. А мышцы мы прокачивать будем с вами упражнениями для того, чтобы их возродить, вернуть им былой объем. А мышца, когда она работает, она наливается кровью, возвращается объемчик, и лицо становится как будто бы натянуто на резиновый мячик. И когда вы приходите домой после холода, вот посмотрите, вы пришли домой зимой, и лицо как будто бы все помятое, сморщилось, потому что мышцы не держат, отечные ткани съеживаются. Так что сегодня, и еще очень важно, мышцы немножко подкачивать. Для чего? Потому что мышца работает как насос, межклеточная жидкость выходит. Приступим с вами к упражнению. Прежде чем начать делать любые упражнения, мы не работаем с абсолютно напряженной мышцей никогда. Сначала, конечно же, мы делаем массаж. А какой мы сделаем массаж? Можно о кость перетереть. Вот тут вот мышца-элеватор у нас идет, большая скуловая. А можно здесь зафиксировать и просто, ну, можно двумя пальчиками. Мягким движением перетирать. Ищите болевые точки. Вы двигаетесь от медиолуса здесь в уголках и сюда идете. Важно, чтобы движение было не такое, а вглубь. Неважно, по часовой или против часовой, мы о кость перетираем мышцу. Ищем болевые моменты. Если вы нашли какой-то болевой шарик, увидели, что там твердая мышца, а вы с меньшего усилия всегда начинаете. Но в данном области задерживайтесь и прорабатывайте еще больше и глубже. Есть еще один прием из физкультурного массажа. Работа именно с мышцей. Можете проработать так. Обратите внимание, что при исполнении данного приема я абсолютно не тяну кожу. Я протаиваюсь внутрь и работаю мягкими движениями, вот такими, восьмерочку, именно с мышцей. Протаялись.
То есть у меня нет такого, что я вот тут вот все натянулась, глаз куда-то оттянула, перетянула. Вот мягко, настолько, насколько у вас позволяют ткани. И начинаем мышцу переминать вот такими движениями. Чтобы протаиться поглубже, вы можете наклониться вниз. Вот так. И прям внутрь протайтесь и переступайте. Можно не восьмерочкой, можете просто такими притаптывающими движениями. Ищите болевые моменты и начинаете эти болевые моменты разминать. Только помните, что из меньшего усилия к большему, не торопитесь все сделать за один раз. Постепенно, постепенно, все постепенно. Итак, вы проработали мышцы мягкими движениями. После этого на следующий день вы можете начинать ее подкачивать. Помните, что на напряженную мышцу никогда, никогда не даем дополнительного напряжения, иначе мышца у вас еще больше спазмируется. Теперь мы можем с вами начать улыбаться. А нам надо мышцы, волокна одной мышцы привести к одной длине. Так как она у нас обычно спазмируется в местах крепления, какие-то волокна тоже спазмируются, укорачиваются, потом атрофируются. А другие волокна так никогда и не работают. У нас же мышца состоит из нескольких волокон. Для этого мы ее слегка растягиваем. А растягивать мы можем вот таким движением. Оттянули вниз подбородок, но без натяжения. Не работает височно-нижнечелюстной сустав. Здесь никак-то не перенапрягается. Просто открыли. И уголки вперед толкнули. А здесь старайтесь губу как можно больше растянуть вниз. То есть нам прям натягиваете верхнюю губку. А здесь все свободно, жевательные не перенапрягаются. Угу. И начинаете. Микрофон свалился. Да что ж такое? Никак я не разберусь с этими микрофонами. Все шипит. Посоветуйте мне, какой мне хорошенький микрофон найти, чтобы была прекрасная запись. И начинаете слегка-слегка уголки губ поднимать наверх. Очень важно при этом не перенапрягать шею. Очень многие делают вот так. Сильные мышцы работают за слабые. Перенапряженные мышцы на себя принимают нагрузку. Если вы напрягаете шею, поставьте сюда ручки. Здесь тоже все не работает, расслаблено. Круговая глаза. Также можете изолировать. Не должно быть такого эффекта. Так тоже многие делают. Внимательно смотрите. И здесь тоже не слишком сильно шевелится. То есть не так, что... Вот просто мягко-мягко. Если у вас так не получается, начинаем. Также мы растягиваем большую скуловую, малую скуловую, но вот таким образом. И начинаем отсюда улыбаться наверх. Буквально миллиметрик наверх уголки. Если у вас уголки наверх не идут, берем два пальца и начинаем помогать себе. Задаем мышцы движение, пробуждаем новые нейронные связи, даем ей вектор, даем направление движения. Постепенно нейронные связи там пробудятся у мышцы, и она начнет у вас двигаться сюда наверх. Если у вас с одной стороны хорошо поднимается уголок, а с другой нет, помогайте этому уголку. А здесь уже вы можете убрать, то есть разровнять кожу. Наша задача, чтобы у нас не закладывалось новых морщинок. Пока вы учитесь, в общем-то, ничего страшного, морщин вы не наработаете. Но в будущем вы должны кожу здесь разровнять. Вот смотрите, еще такое очень классное движение для контроля. Так, 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 берете себя как кувшинчик. Вы и глаза здесь изолируете,
и мышцы хорошо чувствуете, и как у вас хорошо, хорошо все идет, прям прочувствуйте. Мы не давим как-то на лицо, мы просто разровняли кожу, чтобы морщин не закладывалось, чтобы контролировать движение, и глаз изолируем. Вот когда вы уже научитесь, сначала берете, помогаете себе пальцами. А когда вы уже научились, начинаете разравнивать. Когда уже так у вас хорошо начали работать, переходите на букву О. Она больше всего мне нравится, конечно, самое продвинутое упражнение, потому что вы здесь разровняли носогубки. Вообще от этого упражнения носогубки у вас разглаживаются, овал лица очерчивается, брыли уходят, и еще и глаз на место становится, потому что круговая глаз тушь сюда уходит. А когда у нас здесь яблочки накачаны, все на местах, все на местах. А качать можно, в принципе, каждый день, можете через день 30-40 раз. Я обычно это делаю, когда везу детей в лифте в школу. В лифте стану, у меня 19 этаж, и пошла. 30-40 раз сделала, лицо сразу свежее смотрится, сразу отечность уходит, потому что помните, что работающие мышцы — это всегда уходит отечность. Межклеточная жидкость застаивается тогда, когда ничего не работает. Пожалуй, все. Пишите, как у вас получилось. Можете делать первое время через день. Тренируйтесь, все получится. А сохраняйте природную красоту ваших лиц. И, конечно же, подписывайтесь на мой YouTube-канал, пока его не закрыли. А я в комментариях закреплю комментарий со ссылками. Ссылки будут на мой крутейший телеграм-канал, где непосредственно у нас уже живое общение, где вы можете задать свои вопросы, и они не потеряются. Неформальный формат общения. А также я завела ВКонтакте группу, и еще есть, пока еще существует Инстаграм, пока ссылочку на него оставлю. Хотя, конечно, Инстаграм, наверное, уже все. Как бы у нас и Ютуб сохранился, да? Так что подписывайтесь на меня в Телеграме, ВКонтакте, и, конечно же, ссылка на мои курсы. А помните, совсем надо работать комплексно. Статика шеи — основа. А статика шеи у нас идет всегда в работе с грудным отделом. А работа с костями черепа, разные виды массажа. Смотрите мои курсы, приходите. А всегда рада вашим вопросам и запросам.